С началом нового учебного года во многих казахстанских школах появились новые современные автобусы для детей, проживающих в отдаленных населенных пунктах. Причем большая часть школьного транспорта произведена в Карагандинской области саранским заводом «Казтехно». Молодой завод взял резкий подъем на республиканском рынке, в том числе за счет партнерства с лидером рейтингов мирового масштаба компанией «Йотонг». Что думают сами школьники о качестве и комфорте новых автобусов в материале наших корреспондентов? Ребята, по очереди проходите. Уроки закончились, и дети Мичуринской средней школы поселка Агрогородок садятся в новенький автобус производства «Казтехно». Ребята проживают в соседнем населенном пункте Ягодное. Несмотря на непогоду, до дома школьники доберутся в тепле и комфорте. Чуть больше года назад у нас появился новый школьный автобус. Он очень комфортный, красивый, всегда чистый, удобный и, самое главное, безопасный. Нам очень удобно добираться в школу и домой. У нас присутствуют ремни безопасности, всегда удобно в нем ехать, все помещаются. Нам очень легко добираться до школы в любую непогоду. Мы не тратим времени и сил на какие-то другие способы, у нас остается больше свободного времени. Сегодня в Казахстане курсирует более 1000 школьных автобусов. К новому учебному году школы получили свыше 500 новых автобусов, из которых 378 произведены заводом «Казтехно». Автобусы созданы по проекту компании «Ютонг» и произведены с соблюдением всех высоких стандартов бренда, начиная от первой точки сварки до испытаний. Один из главных критериев – это безопасность, которую успели высоко оценить в карагандинских сельских школах. Это первый школьный автобус, производимый на базе завода «Казтехно». Укомплектован двигателем дизельным и проходит все необходимые испытания в обязательном порядке. Автобус соответствует современным требованиям безопасной и комфортной перевозки детей, а также перевозки детей с ограниченными возможностями. «Казтехно» является не только самым молодым и мощным автобусным заводом в стране, но и по праву считается одним из самых локализованных производств пассажирского транспорта в Казахстане. Вера Шеллер, Тулеген Рашидов, телеканал «Атамикен Бизнес».